Бородавкину Вячеславу Александровичу, первому проректору, проректору по образовательной деятельности. Демидовой Ольге Борисовне, ведущему документоведу деканата факультета ракетно-космической техники. Каневской Юлии Сергеевне, ведущему документоведу деканата факультета информационной и управляющей системы. Никулину Евгению Николаевичу, профессору кафедры средства поражения и боеприпасы, начальнику управления обеспечения целевой подготовки. Ахачинскому Михаилу Никитичу, доценту кафедры ракетостроения. Петрову Сергею Константиновичу, декану факультета естественно-научной, профессору кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности. Сесиной Наталье Валерьевне, директору библиотеки. Складновой Елене Евгеньевне, профессору кафедры технологии конструкционных материалов и производства ракетно-космической техники, начальнику управления дополнительного профессионального образования. Снеженко Елене Александровне, доцентру кафедры систем управления и компьютерных технологий. Тимофеевой Юлии Владимировне, начальнику управления персоналом и документооборотом. Щедриновой Людмилы Михайловны, ведущему документоведу ректора. Спасибо большое, Вячеслав Серафимович, за поздравления, за награды. Единственный технический вуз, в военных вузах это очень много, который награжден орденом Боевого Красного Знамени. Ну и поскольку знамя военмеха очень тщательно охраняется, то его просто физически не смогли так быстро доставить в наш зал. Но вот сейчас я вижу, что оно уже готово выйти и вместе с нами
встречать этот замечательный юбилей, 85-летие. Внимание! В наш зал вносится знамя Балтийского государственно-технического университета ВУИМЕК имени маршала Советского Союза Устинова Дмитрия Федоровича. Председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Максимов Андрей Станиславович. Да, с подарочным пакетиком, все правильно. Добрый день, уважаемый Константин Михайлович, добрый день, уважаемый профессорский и преподавательский состав, студенты, уважаемые выпускники. Разрешите мне выполнить почетную миссию и поздравить вас от лица губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Уважаемый Константин Михайлович, поздравляю вас, профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов ВУИМЕКа с 85-летием прославленного вуза. За свою историю университет внес огромный вклад в развитие отечественной инженерной школы, укрепление обороноспособности страны. В его стенах получили образование более 70 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых много выдающихся конструкторов и ученых, руководителей крупных предприятий, летчиков-космонавтов. Сегодня ВУИМЕК – один из крупнейших научно-образовательных центров страны. Коллектив вуза проводит большую исследовательскую работу, внедряет современные технологии в учебный процесс, стимулируя студентов и молодых ученых заниматься техническим творчеством. Благодаря высочайшему профессионализму педагогического состава, умению бережно хранить и умножать традиции петербургского образования, ВУИМЕК неизменно добивается успеха в реализации самых смелых планов и идей. В день юбилея желаю коллективу и студентов университета, всем его выпускникам, новых свершений и побед во славу Санкт-Петербурга и России. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко.